Всем привет! В этом видео вы узнаете о приятных дополнительных наградах следующего обновления 5.1. Как их получить и почему оно будет пустым? Всем приятного просмотра! Не забудьте пройти в ивент с Киничем, за который дают 40 гемов. Ссылочка на него в описании. В отличие от текущего обновления 5.0, в следующем обновлении 5.1 новой локации не будет. А это автоматически делает обнову пустой, так как гемов мы получим намного меньше, чем могло бы быть с зачисткой новой локи. Понятно, что разработчики бросили все свои силы на релиз Натлана, и регион получился вполне интересным. Лично я зачищала его с удовольствием. У меня в Телеграме есть 15 актуальных промокодов, активировать их вы можете по ссылочке в описании. А также буквально только что прошел стрим по Zenless Zone Zero, другой игре от Hoiverse, так что промокод на 300 полихромов и другие подарки тоже уже у меня в Телеграме. Но несмотря на то, что это скип обнова, в 5.1 все же есть кое-что интересное. Во-первых, добавят целых два новых акта заданий Архонтов Натлана, где будут участвовать Капитана и Аларун. И само собой Мавуика. За нее даже побегать по карте нам дадут. И чтобы поощрить нас за прохождение сюжетки во время обновы, нам выдадут дополнительные 500 гемов. Плюс за два акта задания архонтов мы получим еще две крутки. Но самое интересное, разработчики также решили начать поощрять тех игроков, которые закрывают локации на 100% сразу же во время выхода обновы. Например, хотя в обновлении 5.1 и нет новой локации, но вы сможете получить в подарок дополнительные 400 примагемов, если зачистили Натлан во время обновления 5.0. Так что если вдруг у вас не зачищен Натлан, то советую поторопиться. Награда в 400 примагемов будет доступна лишь временно, только в обновлении 5.1, которая выйдет 9 октября, а после обновы она исчезнет. Теперь хотя бы есть стимул закрывать локации сразу же, а не откладывать их до лучших времен. Напишите в комментариях, а вы уже закрыли Натлан на 100%. Ну, а на этом у меня все. Подписывайтесь на канал и всем пока!